Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы встречаемся с вами, как обычно, в прямом эфире. Сегодня это открытый прямой эфир, и называется он «Цвет и фактура». Если есть кто живой, отзовитесь, напишите, есть ли звук, свет, цвет, видео, и мы уже приступим к сегодняшнему эфиру. Ждем 5 минут всех тех, кто собирается, кто успевает подключить компьютеры, телефоны. И начинаем. Если вы здесь, напишите мне что-нибудь хорошее. Я тоже вам напишу добрый день. Чтобы мы понимали, что все есть. Людмила, доброе утро, добрый день. Да, у кого что? Ну что, у нас есть примерно час времени, чтобы пообщаться и поговорить на разные интересные темы. Я обозначила сегодняшний прямой эфир таким емким названием «Цвет и фактура», потому что мы неразрывно в нашем вязальном деле связаны и с тем, и с другим. Потому что, ну, невозможно представить себе пряжу без цвета и без фактуры. Но если еще без цвета, это, можно сказать, какие-то базовые такие цвета, там белый, черный, серый, бежевый, ну, нейтральные, назовем их, цвета, то фактура – это то, за что мы любим трикотаж. Это прямо подходишь к бобиночке, потрогаешь ее, погладишь и думаешь: «А, хороша». А к некоторым бобиночкам подходишь, погладишь, думаешь: «А, сколько же раз отстирывать придется этот парафин или эту пропитку». Но, тем не менее, мы с вами напрямую связаны именно и с цветом, и с фактурой. И уже третье, как бы, дополнение ко всему нашему, ко всем вот этим важным вещам – это форма. Но мы сегодня говорим о цвете и фактуре, но прежде, пока мы собираемся, я хочу, в общем, поделиться с вами новостью. Моя жизнь резко за один вечер поменялась просто на 180 градусов. Неожиданно, даже, честно скажу, для меня, для самой. Еще более неожиданно для тех, кто рядом со мной. В общем, я закрыла ателье. И меня все спрашивают: «Оля, как так? Это же дело всей твоей жизни. Как ты вообще? Как?» Я говорю: «Так легко!» Мне стало очень легко, мне стало очень хорошо. Потому что я так думаю, что, ну, я уже где-то перешагнула вот эту вот границу вязания массовки, вязания одних и тех же вещей. И я, честно сказать, вот я вам все время говорю о сложности работы с клиентами, обо всем этом. И я понимаю, что, вот представляете, я устала от работы с клиентами. Последней, наверное, каплей в моем терпении, в моей чаше терпения была клиентка. Она пришла, она заняла у меня практически час времени. И как бы я же не могу выгнать человека из ателье, сказать: «Ну уже пойдите, ну вы не знаете, что хотите, вам некуда девать время». Ну вот я как-то не могу вот так прямо конкретно с клиентами работать. И, в общем, она пришла и говорит: «Замечательно, у вас ателье, вау, как прекрасно, я так хочу какую-то вязаную вещь». А я: «Ну ладно, хорошо», отвлеклась от своей работы, от записи курса «Двухфантурный жаккард Сильвер». И говорю: «Готова уделить вам время». Она: «Ну вот, а сколько стоит вещь у вас?» Я говорю: «Ну, я вам могу сказать стоимость работы конкретно, а стоимость изделия, стоимость пряжи мы посчитаем, когда вы выберете пряжу, потому что в разы может отличаться стоимость». «Нет, вы мне скажите, сколько у вас стоит готовая вещь». Я говорю: «Хорошо, хотя бы давайте вы мне скажите, что вы хотите». «Да вы не понимаете, вы скажите мне, сколько у вас стоит готовая вещь». Все, у меня на этом месте уже пошел пар из ушей. А она
продолжает со мной разговаривать. Я говорю, ну хотя бы что вы хотите? Платье, джемпер, кардиган. Хорошо, давайте возьмем кардиган. И, в общем, в процессе я поняла, что человек вообще, вот, ну, видимо, время девать некуда. А мое время, драгоценное время, которое я не готова дарить другим людям вот так просто, даже вот не просто дарить, потому что они-то воспринимают не как подарок это мое время, а как просто, ну вот что-то незначащее. Вот какой-то у меня вот произошел такой поворот в мозгах. Я думаю, зачем? У меня есть вы, которые цените то, что я делаю, которые рады прийти ко мне вот сейчас навстречу, несмотря на то, что выходной день, у кого-то огороды, у кого-то сады, дети, внуки, мужья, жены, у кого что. Ну, вы выбрали это время, и вы пришли, чтобы меня послушать. Я очень ценю это. И я хочу с вами общаться, хочу проводить больше времени с вами, чем вот так вот просто выбросить, так скажем, час своей жизни. Потом я еще, наверное, минут 20-30 отходила от этой встречи. Я так рада была, честно сказать, когда она ушла. Это редкое для меня явление, когда после клиента я вот так... И все. И вот представляете, это был четверг, прошлый четверг. И в пятницу, 31 марта, я сказала девочкам, всем говорю, девчонки, все. Мой лимит исчерпан, мы закрываем ателье. И самое интересное и удивительное было, что никто не удивился. То есть то, что я, видимо, не замечала внутри себя, то, с каким настроением я уже прихожу на работу, что это уже не работа, а где-то из серии какое-то рабство. Ну, это, конечно, очень жестко сказала, но по сути никто не удивился. И вот это еще было одно подтверждение, что я поступила правильно. И когда мне говорят, Оля, так это же мечта, я говорю, ребята, ну вы что, я всю жизнь мечтала быть учителем в музыкальной школе, много лет мечтала, вот это была мечта. А здесь это была та работа, которую мне нравилось делать, то, что я делала с удовольствием, то, что я любила делать. И, ну это же не все, это же не вся жизнь, работа это не вся жизнь. Я хочу жить, я хочу радоваться, хочу улыбаться. Я поймала себя на мысли, вот простите, что я уже целых 8 минут нашего эфирного времени рассказываю о себе любимой, но я помню на одном из эфиров, это было несколько лет назад, когда я только начала эфиры вот так вот, ну, достаточно часто делать, тогда еще в Инстаграме, и один замечательный человек, Виктор, он, ну, давно мы заочно, так скажем, знакомы, он сказал: Ольга, вы так классно улыбаетесь, так заразительно. И я так это запомнила. И я вдруг поняла, что последнее время улыбаться вот так заразительно на работе я просто почему-то перестала. То есть какая-то пропала, вот понимаете, движок какой-то пропал. И в общем, ой, микрофон, простите. И в общем, всю неделю эту, всю вот с прошлого, с прошлой пятницы, с тех пор, как я приняла решение, даже, ну, наверное, с субботы, в пятницу было еще трудно, потому что нужно было всем сказать, всех клиентов оптовых обзвонить. И вот с субботы ровно неделя. Я, девчонки, я летаю реально, у меня как будто там второе, третье, пятое дыхание открылось. У меня все, что я делаю, делается легко и быстро. Вот. Я не призываю никого закрывать вязальные бизнесы, потому что это классная работа, но сейчас я хочу себя полностью посвятить вам, ну, не считая семьи, мужа, детей, внуков и так далее, и, ну и себя любимой. В общем, я уверена, что сейчас работа у меня будет происходить гораздо быстрее, еще более интересно, мы будем чаще встречаться на прямых эфирах, потому что появилось время, появился новый ресурс. И если раньше я черпала много вдохновения в работе с клиентами, то сейчас я поняла, что
Когда я вижу одно и то же, одно и то же, ну откуда же здесь взяться вдохновению? В общем, вдохновение мы будем черпать из внешних источников. Ну вот, а сейчас рассказала вам свои самые интересные новости, сейчас будем дальше двигаться. Значит, сегодня, напоминаю, сегодня заканчивается самая выгодная цена на новый видеокурс «Двухфантурный жаккард Silver». Лара пишет, и все-таки есть маленькое сожаление. Вы знаете, вот я себя действительно анализировала всю эту неделю, думаю, есть оно где-то, вот свербит оно где-то или нет. Мы даже смеяться будете, мы устроили пышные похороны ателье. Мы собрались с девчонками, которые у меня работали, и мы наелись с удовольствием блинов, я настряпала. Мы посидели, пообщались, и вот я понимаю, что у меня есть огромная благодарность людям, которые были со мной эти 12 лет. То есть фактически вязанием на заказ я занимаюсь уже 28 лет, именно вот вязанием на заказ, а ателье 12 лет. И вот у меня огромнейшая благодарность и тем, кто работал со мной, и тем, кто заказывал у меня. Но вот сожаление, ну вот на данный момент прошла всего неделя, вообще ни разу. Я прямо, слушайте, я прямо летаю, вот, и поэтому я счастливая женщина. Вот, ну в общем продолжим. Итак, сегодня целый день еще вы можете купить видеокурс «Двухфантурный жаккард Silver». Я немножко сейчас расскажу о нем по максимально низкой цене. 2500. С завтрашнего дня цена будет 2900, а уже с 12 апреля цена будет 3400. И это будет цена на этот курс, во всяком случае, в этом году точно не будет скидок. Но еще большая приятность для донатов. Для донатов до 11 числа включительно, раз я в марте вновь профилонила, занималась этим курсом и не провела ни прямой эфир, ни дала вам программу Excel. В общем, для вас дополнительная скидка до 11 у донатов стоимость курса 2200. И если вдруг вы еще не донат, вы можете использовать эту тему. Вы можете оформить платную подписку. Я вам прямо сейчас, вот представляете, раскрываю все самые страшные коммерческие секреты. Смотрите, если вы оформляете подписку донатскую, 150 рублей в месяц, я молчу о том, что вы получаете за эти деньги бесплатные закрытые прямые эфиры, программы бесплатные, Excel, все то, что для остальных людей стоит 400 рублей за штуку. Но вы еще и получаете вот такую грандиозную скидку, если сравнить со стоимостью курса 3400, 2200, 1200 скидка. Вот, ну представили, да, как я сильно люблю донатов своих, очень люблю. И, конечно же, вы за эти деньги, которые заплатили 150 рублей в месяц, вы еще и будете получать в апреле курс, прямой эфир «Выточки на регланах», в которых мы будем говорить и о горизонтальных, и о вертикальных выточках. Причем это будет практический эфир. И программу Excel по этой же теме. В общем, как только закончится прямой эфир, бегом на страничку ВКонтакте, где можно оформить донатскую подписку. Но это я вам секретики рассказала. Итак, немножко в двух словах о курсе «Двухфантурный жаккард». Сомневаетесь, если вы брать его, не брать, нужен он вам, не нужен. Если вы не любите жаккарды, не берите. Если вы не любите сложности, не берите. Если вы... Ну, в общем, нету больше «если вы», потому что во всех остальных случаях надо брать. В этом курсе работа идет на машине Silverite 280. Я специально взяла в аренду машину
и записала на ней огромный блок. Значит, начиналось все с обычных двухфантурных простых жаккардов. Я сейчас даже кусочки немножко покажу. Вот мы взяли такие вот всякие жаккарды. Это связано на перфокарточной машине. Мы вязали и с пикейными кнопками, и без них. Мы вязали однотонные изнанки. Ну, на перфокарточном сильвере это легкотня вязать однотонные изнанки. Ну, вот это вот еще из другой пряжи. То есть мы смотрели, отслеживали влияние пряжи на внешний вид жаккарда. Дальше это делали мы во всех машинах. Мы смотрели, как можно сочетать разные типы пряжи. Что мы еще делали? Мы брали рисунок, но здесь уже он с вырезанной горловиной. Это готовая перфокарта, естественно, я вам ее скинула. Но из нее мы вычленили кусок, вот этот вот красивый, и сделали из него другую перфокарту, которая оказалась еще более просто прекрасной. Вот я влюблена в эту перфокарту, влюблена в этот рисунок. И даже на обложку этого курса я взяла вот именно этот рисунок из перфокарточного блока. Причем, смотрите, вот, ну лайкните мне чего-нибудь, напишите плюсик, нравится рисунок или нет, или я одна такая вот влюбленная в такую графику. И он связан, вы видите, в режиме обычного жаккарда, без пикейных кнопок. То есть, смотрите, какая красота, потрясающая. Рассказывала, как вязать многоцветные жаккарды, если их, например, 4 цвета, но в ряду только 2. Вот это как раз такой вариант, 4 цвета, а в одном ряду всего 2. То есть вяжем, как обычный двухфантурный, двухцветный жаккард. Вот такая получается изнанка. По изнанке всегда видно, в каком режиме был связан жаккард. То есть, если вы видите, у нас есть блок с одним цветом, блок с другим цветом, блок с третьим цветом. То есть, двухцветный, двухфантурный жаккард, но в общей сложности 4 цвета в ряду, 4 цвета в узоре. Мы вот этот жаккард вязали по бразеровской перфокарте. То есть, я рассказала, как бразеровские перфокарты для многоцветных жаккардов использовать на сильвере. Вот, потом мы, значит, сделали красивейшие горловинки на разных машинах. Значит, так, где-то, вот это на перфокарточной машине. Смотрите, какая шикардосная горловинка. Показывала прибавки, закрытие, убавки, скосы плеча, что особенно важно. Скосы плеча, смотрите, все вывязано красивенько, все потрясающе. Значит, это на перфокарте связано. Дальше покажу, что еще сделали. На перфокарточной машине смотрели, ну это вообще относится к любой машине, нужен или нет пруток для тонкой вязки. Вот смотрите, вот я прям показываю вам все секреты этого курса. Вот здесь связано без прутка, ниже с прутком. Есть разница? Видно косяки, да? Видно косяки. Так вот, пруток, оказывается, вещь весьма нужная в хозяйстве. Поэтому обратите на это внимание. Я сразу же для всех скажу, кто купил, кто думает купить. Я советую в этом видеокурсе просматривать все уроки. Конечно, в первую очередь вы просмотрите блок для вашей машины, то есть там блок для перфокарточной машины, блок для электронной машины с книт-стайлером и блок для электронной машины с дизайн-книт. То есть, представляете, фактически я охватила все варианты машин Silver Reed, на которых можно вязать двухфантурный жаккард. А потом еще там есть огромный блок полезная информация. Эту полезную информацию нужно всем смотреть. Неважно, какая у вас машина. Есть блок горловины. Отдельный хороший блок, несколько видов горловин. И если, например, на дизайн книт
мы спокойно, есть функция вырезать, оверложить. Вот это я связала на дизайн книт. Как вам рисуночек? Я прям обалдею от этой гусиной лапки крупной. Так что этот рисунок тоже будет у вас в курсе. Потому что, ну, не могу я вас оставить без такой красивой гусиной лапки. А, кстати, здесь раппорт узора 18 петель. По идее, можно адаптировать его под перфокарту, но тогда он будет либо крупнее, либо мельче. Если эта тема вам интересна, если у вас перфокарточные машины, черкните сейчас, я напишу себе напоминалку и, может быть, смогу, успею до 12 числа это сделать. Потому что вот такая крупная гусиная лапка, она сейчас просто зашла, вот, наверное, год назад, два, вот именно крупная, и не хочет уходить, не хочет, прямо живет везде, во всех принтах. Так, и вот это было в дизайн книт вырезать, оверложить. В книт-стайлере нет такой функции, но я буду не я, да ведь? Если я не покажу, как сделать эту функцию в книт-стайлере. И вот здесь горловина, вот видно по краешку, что она там вывязана. То есть прямо полностью залит этот участок, и его легко очень вырезать. И он никуда не распустится. Я вот так делаю, вы видите. Но хотите еще чего-то покажу? Ну, видно же, что это мотив, да, вертикальный мотив. Ну, на перфокарточной машине мы не можем с вами связать вертикальный мотив, ну, в привычном варианте, но вот в таком можем. Смотрите, оп, оп. Неожиданно, да? Еще неожиданнее, смотрите, что. Он пустой внутри. Но рассказываю, как делать пустой, как соединять, все я рассказываю. Что еще? Красивые варианты начала низа. Да, начало вязания, кстати, тоже отдельный блок. Ну и сейчас вот просто галопом по Европам. Так, а это еще у меня, вот у меня, оказывается, горловина-то на перфокарточной машине вывязана. Там было на какой-то электронной. В общем, у меня вообще караул, просто сколько всего я вам показала. Смотрите, вот это моя особая гордость. Ну, во-первых, вертикальный мотив, понятно, да, тут с обычной изнанкой. Смотрите, как красиво. Ну, смотрите, как красиво же, да. Переход рисунка из одного цвета в другой. В негатив уходим. И вот как это сделать, я вам тоже прямо, ну, наиподробнейшим образом все показала. Ну, смотрите, как красиво. Я прямо смотрю и сама восхищаюсь. Вязали четырехцветный жаккард с очень яркими вкраплениями. Рассказываю, как сделать, чтобы переход из горизонтального мотива был без изменения цвета. Хитрости на каждом шагу. Все это рассказываю и показываю. Так, куча всего. Прямо сейчас уже просто быстро покажу. И вот так. В каждом варианте показан двух-, трех-, четырехцветный жаккард. Вот здесь четырехцветный жаккард в трех вариантах. Вот если так глянуть. Пикейные кнопки, без пикейных кнопок и другой вариант. Без пикейных кнопок все-таки, конечно, можно вязать жаккард четырехцветный. Но вот посмотрите, петельки очень получаются длинные основного цвета. И как этого избежать, как сделать все красиво, это все там. Вот смотрите, на хлопке показывала, как вязать легкие джемпера. Правда, рисунок взяла зимний, но ведь зимой тоже носят хлопок. Смотрите, вот на этом рисунке показываю вам. И в курсе прямо очень подробно об этом рассказала. Влияние дополнительных цветов на фон. То есть, если, например, вы захотели связать
трехцветный жаккард попереду, а основной цвет у вас вот такой чистый голубой, ну вот как вот здесь вот видно его чистый. Представляете, вы не можете уже просто в одноцветном варианте связать рукава, потому что цвет явно отличается фона. Здесь розовый цвет наложил неизгладимый след на основной голубой фон. И как этого избежать, и что с этим делать, все там. В общем, все рассказала про двухфантурный жаккард. Успевайте до 8-го 2500, до 11-го 2900, с 12-го 3400, а для донатов до 11-го 2200. Все рассказала. Если кто-то будет смотреть этот прямой эфир в записи, значит, вы должны понимать, что сегодня у нас 8 апреля 2023 года. Потому что очень часто я на прямых эфирах, когда делала анонсы курсов, мне потом через год, через два года пишут, а почему скидки нету на него? Скидка же должна быть. Я говорю, ой, два года назад запускали курс. Так, сейчас рассказываю о планах. Уже полчаса проговорила, караул. Рассказываю про планы. В планах мужской костюм. Наконец-то, я хочу уже его связать. У меня есть кашемир с эластаном. Я очень хочу его связать. Но еще в планах, наверное, единственное, что может пододвинуть мужской костюм, это вот это. Так, 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 и мышка у меня. Смотрите, сейчас покажу вам. У меня срочный заказ вот на такой кардиган, связанный на двухфантурной машине. И я могу вам его показать. Я могу записать его все полностью от начала до конца. И если хотите, я запишу именно мастер-класс, потому что вязать мне его все равно нужно. Значит, в чем фишка этого кардигана? Если вы будете вязать с шириной где-то 116-115 сантиметров в обхвате, то у вас можно будет обойтись без шва по спинке. Здесь ширина 130, но смотрится он просто бомбически. И раз такая большая ширина, я вяжу его со швом по спинке. Естественно, мы сразу же с вами смотрим, как сделать, чтобы шов был максимально незаметным. Кстати, в курсе по двухфантурному жаккарду я показываю, как в дизайн книт и в книт стайлере создать рисунок для, так скажем, вязаной картины. То есть здесь-то вот раппорт 26 петель на этом кардигане, а если вам нужен раппорт 200 и больше петель. То есть все это я тоже показываю на примерах живых. Вот, если нужен этот мастер-класс по вязанию изделий двухфантурным жаккардом, то вы мне пишите, можно в комментариях написать, либо в чате сейчас, я буду смотреть. И еще хочу показать несколько фотографий, прежде чем наконец-то я перейду к теме. Это прячу и показываю вам несколько фотографий. Вот это то, что мы вязали последнее время в ателье. И эти программы отработаны просто вот на ура. Программа для вязания юбки есть уже в продаже. Там нет видеосопровождения, но это можно сделать тоже. Пока что это просто программа вязания юбки, и она стоит 400 рублей, по-моему. Вот такие классные изделия мы вязали. Значит, вот по программе, которая будет с кардиганом двухфантурный жаккард, можно спокойно вязать и вот такие одноцветные кардиганы. Они связаны в 6 ниток. Пряжа Лидия Сильвер. Классные, стабильные. В общем, очень нам нравятся. Но вопрос, который я вам хочу задать сейчас еще. Вроде бы я написала массу разных мастер-классов, видеокурсов. Но тем не менее, меня периодически спрашивают,
а есть у вас базовый джемпер? Я говорю, да всяких много, и японское плечо, и реглан, и заниженная пройма. Мне говорит, так нет, там вот у вас с полосочками, а мне надо без полосочек. Там у вас с воротничком, а мне надо без воротничка. И вот посмотрите, второе фото, девочка, которая с кофе, это чисто базовый джемпер с заниженной проймой. И вот вопрос, вообще нужен ли, имеет ли смысл его записывать или нет? Вот этот джемпер. Чистая, стопроцентная база. Почему спрашиваю? Потому что вот сегодня мы будем сейчас говорить о формах, объемах и цвете, и фактуре. И я понимаю, что тенденции до 25 года точно не изменятся, и мы будем активно продолжать носить такие джемпера. И покажу сейчас еще юбочку, вот кусочек, посмотрите. Это просто та же самая юбка, которая есть программа для донатов, она была бесплатная, а для всех остальных за деньги. Посмотрите, эта спинка, как идеально она сидит, просто восхитительно. И эти юбки уже проверенные, и их надо вязать непременно. Все непременно, потому что сейчас я сразу же покажу, пока мы юбочную тему открыли. Значит, несколько лет назад мы вязали вот такие юбки. Юбка-резинка. Она была востребована, люди носили их в разной длине. В основном это были красивые фигурки. Потому что резинка все равно, она, ну, хочешь, не хочешь, она полностью облегает. И сейчас мы вяжем вместо вот таких юбок, которые тяжелые. Из-за того, что на пятом классе, чтобы добиться нужной ширины, мы добавляли сложение. И чтобы юбка все-таки была формоустойчивая, то сейчас мы все поменяли, и мы вяжем вот эти юбки, которые я вам показала, опять же, та же программа. И вы видите, что фактура-то осталась. Та же резинка 2 на 2 через 1. Но связана она на основе репса. Смотрите изнанку. В результате полотно с одной стороны эластичное, но с другой стороны спокойно на наших машинах 5 класса в 3 сложения, это значит длина нити 533 метра в 100 граммах, можно получить ширину до 110 сантиметров. Конечно, если нужно больше, можно связать слабее. Мы связали юбку с максимальным размером 126 в обхвате, то есть максимальный, без дополнительных швов посередине. И в чем прелесть этих юбок? Они не облегают. Они после нашей попы не делают вот так. Они, если посмотреть сбоку, то есть вот спина, попа, и вот сюда они не заходят, не облегают. Спина, попа и спокойно дальше прямой силуэт. И вот эти свободные силуэты, они сейчас востребованы как никогда. Поэтому, если вы думаете о том, какую юбку связать, вот посмотрите в эту сторону. Донаты. Если, значит, вы где-то пропустили эту программу, пролистайте сообщение, ну, либо напишите мне в личку, я скину вам ссылку на это сообщение. Потому что я понимаю, что невозможно успеть все всегда. И сообщения в соцсетях, они имеют свойство уходить вниз. И вообще я бы посоветовала донатам создать у себя где-то папку отдельную с программами Excel. Ну и не донатам тоже, но просто донатам постоянно попадаются всякие ништяки, бесплатные программы. И никогда не знаешь, когда они тебе реально пригодятся. Поэтому лучше создать на компьютере папку и туда их складывать. Ну, а теперь мы переходим уже непосредственно к нашей теме.
цвет и фактура. Вот сегодня я вам показала разные образцы, которые связала в режиме двухфантурного жаккарда. И какие-то образцы нам нравятся. Вот про этот образец, сейчас я вам покажу. Мне кто-то написал, что ну что за уродские рисунки. Ну вот как бы, наверное, не так, но примерно. И я понимаю, что ну в чем-то, ну действительно прав человек. Мне тоже вот эти загогульки не нравятся, ну вообще не заходят мне. Но перфокарта была такая. Вот. Я, конечно, эту перфокарту доработала и показала вам то, что получилось. И очень часто вот эти вот три основных кита вообще в создании одежды, ну и не только одежды, вообще в дизайнерском деле, а мы ведь с вами фактически дизайнеры тоже. Три кита существует: цвет, форма, фактура. И про форму я чуть-чуть краешком зацепилась сейчас, сказала про объемы, тоже еще мы вернемся к этому. Но сегодня в первую очередь мы будем говорить о цвете и фактуре. И есть основные два сочетания цвета, формы и фактуры. Вот я не планировала рисовать, но, наверное, не смогу удержаться и быстренько вам сейчас это дело нарисую. Так, ну будет меня половинка видна, только главное, чтобы вам было все видно. Так, давайте вот так сделаем повыше немножко. Так, значит, смотрите, первый вариант – это равноправное сочетание, равноправное. Видно? Где примерно в одинаковых пропорциях у нас существуют цвет, форма и фактура. Какие же это изделия? В первую очередь речь идет о базовых изделиях. Когда у нас, если мы возьмем для примера джемпер, берется базовый цвет, ну пусть он будет там белый, серый, черный. Берется базовая форма, которая не привлекает к себе особого внимания. Здесь нет разрезов, здесь нет каких-то швов наружу, еще что-то, каких-то воротников больших, маленьких, нет широких свободных рукавов. И фактура, как правило, это будет гладь, резинка. И сейчас новой классической фактурой стал полуфанк. То есть, если мы выбираем равноправное сочетание трех китов создания одежды, цвет, форма, фактура, мы получаем базовый вариант. Запомнили? Стираем. И рисую вам второй вариант. Здесь у нас три разных квадратика. И вариантов может быть множество. То есть это у нас основной, это дополнительный, а это акцентный. Что мы возьмем в качестве основы? Например, мы берем форму в качестве основы. То есть базовый джемпер, да, вот мы его нарисовали. Форма базовая. Что мы берем в качестве дополнения? Мы можем выбрать либо фактуру, либо цвет. Здесь у нас форма основа. Давайте возьмем цвет. Значит, на акцент у нас останется фактура. Что это значит? Форма основная, ее много. Цвет. Мы выбираем яркий цвет, либо яркие дополнения. Это могут быть полосы,
Это может быть какой-то участок жаккарда. Или это может быть не броский, не яркий базовый жаккард. То есть вот по типу такого. Цвета должно быть немного. Он может быть яркий. Вот если мы уберем все жаккарды, просто взять зеленый, неоновый, любой. Но он в таком случае должен быть один. И вот из фактуры мы можем добавить, вот я уже сказала, либо кусочек двух, например, жаккарда, либо швы на изнанку. Мы можем в цвет уйти, сделать цветные резинки. То есть вот выбираем, что нам важнее в каждом изделии. Если мы поменяем местами и основной сделаем цвет, вот немножко не точно я сказала, чуть-чуть раньше, вот если основной цвет, то мы убираем все вот это вот лишнее, и мы просто берем яркий цвет. В таком случае форма у нас может быть дополнением, то есть не должно быть на нее внимания. Форма будет классическая. И акцент у нас будет уже тогда фактура. Знаете, вот сейчас очень часто делают разрезы на резиночках. Резиночку какую-нибудь необычную. Обработка какая-то где-то у нас интересная появилась. Здесь в кармашек сделали чуть-чуть акцент. И вот так, когда мы с вами вот эти три наших кита соединяем, выбираем, что у нас главное, на что мы должны обратить особенное внимание, на цвет, на форму или на фактуру, и добавляем уже оставшиеся два пункта в меньшей степени. Вот в таком случае у нас с вами будет, так, меня поменьше сделаем, у нас с вами получится идеальное изделие. То есть вот если посмотреть на меня сейчас, вот эту футболку вы уже 100-500 раз видели, потому что я ее очень люблю. Что здесь главное? Форма, цвет или фактура? Фактуры здесь ноль, гладь. Цвет или форма? Вот вы меня видите. Форма фактически здесь обычная. Это просто, ну, грубо говоря, жилет. Единственное, что вот обработку мне нравится, вот это вот руликом. Вот. То есть цвет взят за основу. Дальше форма, ну и фактура никакая. Гладь. И сейчас я вам покажу, раз мы говорим о цвете, о форме и обо всем этом, покажу вам. Так, сейчас 5 секунд. Куда-то у меня ушло все. Так, покажу вам цвета палитры. И, в общем, что я сделала, когда готовилась к этому прямому эфиру. У меня есть замечательный дизайнер. Живет она в Москве и работает с несколькими ведущими, в общем-то, трикотажными производствами. Замечательный дизайнер. И я просто ей позвонила, говорю: Юль, вот сделай доброе дело, скинь мне вот тенденции, которые сейчас на ближайшее время в трикотаже. Она говорит: Олечка, а вот какой год скинуть? Я говорю: ну давай 23-24, мы все равно вязальщицы живем вот здесь сейчас. Она говорит: потому что у меня-то в голове уже 26-й. То есть они сейчас, дизайнеры, уже сейчас думают о том, что они будут, разрабатывают коллекции на 26-й год. Я говорю: давай мне вот на наши, вот 23-24. И она мне скинула несколько гайдов, то есть сборка модных тенденций, модных цветов, подборка модных фактур. Именно все это завязано на 23-24 год.
И все это завязано именно на основе, в общем, это гайды итальянских фабрик. Вот. Итак, смотрим. Так, нет, это не то. Цвета. Вот это палитра. Насколько помню, Питти-Филати. А, да, вот написано, да? То есть это палитра весна-лето 23-й год. Если вы хотите выбрать сочетание модных цветов, вот у вас перед вами прямо палитра. Причем вы можете внимательно, если посмотреть, эти цвета по вертикали отлично друг с другом сочетаются. Можно брать верхний цвет, например, в качестве основного, средний в качестве отделочного, и где-то нижний цвет можно добавить в качестве акцентного. Не везде это работает, не по всем вертикалям, но сочетания получаются очень интересные. Это у нас, значит, фабрика Питти-Филати свои цвета выложила. Есть также, так, не то, вот. Вот это тоже подборка летних цветов, но здесь уже выложено, посмотрите, по цветам, именно по названиям цветов, по маркировке. И есть ниже маркировка именно в института Pantone. То есть, если набрать, например, Pantone А18, там... 18, 24, 36, ну вот и так далее. То есть вы видите, сейчас можете скрин сделать экрана, чтобы посмотреть именно цвета, не как они отображаются на моем телефоне, вот на моем мониторе, откуда я сделала скрин, а чтобы максимально в живом варианте посмотреть эти цвета именно у них на сайте. И это классная подборка, вы видите эти цвета. Если, например, я смотрю по семеновской пряже, то это, например, виноградный компот, вот этот вот цвет G, который фиолетовый, цвет А это малиновый сорбет, цвет С это освещающий, ну, Д это понятно, у них светло-бежевый, Е это речной жемчуг. То есть, по большому счету, все вот эти цвета можно спокойно купить на семеновской фабрике. Это модные цвета, которые сейчас востребованы и будут еще, думаю, что, наверное, у нас-то еще года два будут актуальны. А теперь посмотрим на фактуры. Смотрите, несколько разных вариантов фактур, которые будут актуальны. Ну вот здесь, конечно, это в первую очередь ручное вязание, это различные объемные косы, объемные рисунки, фактуры. Это все очень актуально. Но не только это. Если, например, говорить о машинном вязании, понятно, нам воспроизвести все это достаточно трудоемко, но мы можем посмотреть и на другие варианты. Вот здесь, посмотрите, двухфантурный жаккард. Конечно, самый вот длинный образец показан. Связать именно такое на машине, на наших машинах, я бы сказала, невозможно. Но есть варианты таких рисунков, я их показывала в курсах калейдоскоп узоров, похожие фактуры. И если мы с вами будем пробовать, то, конечно, результат может быть очень интересный. И посмотрите на левый нижний угол, фактура идет с блеском, с пайетками. Для машин очень можно получить красивые, интересные решения, если вязать с микропайетками. Но обязательно спрашивайте у продавцов, какого размера пайетки. Конечно, я в курсах Рапсодия, платье Рапсодия, платье Сияние
показала работу с разными пайетками. Но если мы захотим просто ввязывать пайетки в полотно, то нужно искать именно микропайетки. Так, палитра, рельефные фактуры, сочетание фактур. Вот здесь не знаю, насколько хорошо оно видно. Интересный вариант, когда в жаккарде, вполне возможно, что здесь это однофантурный жаккард, не удивлюсь, но когда в жаккарде сочетаются у нас разные фактуры пряжи. То есть если в курсе я показала сочетание, например, вот хлопка, нежность, так, где я, вот, с другими пряжами, и показала вязание из стрейчевой пряжи, вот здесь, как влияет стрейчевая пряжа на вид полотна. То есть видно, что белая пряжа кажется объемной, выпуклой. То здесь интересное сочетание на картинке. Одна пряжа пушистая, а вторая пряжа гладкая, шелковистая. И как красиво, интересно смотрится это сочетание. Я бы его, конечно, тоже с удовольствием использовала. Вот это то, что касается цветов и фактур, но я не могу обойти вниманием формы. И вы знаете, как ни странно, все вокруг пишут, показывают, эскизы выкладывают объемных изделий. То есть нам иногда говорят, все, оверсайз ушел навсегда, возможно, даже надолго. Но я вижу совсем другое. То есть оверсайз, он меняется, меняется линия плеча, меняется обработка, добавляются какие-то элементы, причем не всегда они базовые, но оверсайз остается. И поэтому я просто советую взять это на заметку. Кардиганы будут, и кардиганы сейчас идут широкие. Вот посмотрите на второе фото, типа бомбера у девушки, и они все идут широкие, а иногда даже ультраширокие, там до 160 сантиметров мы вязали. И на это нужно обратить внимание, поэтому если вам интересен будет курс по вязанию кардигана двухфантурным жаккардом, я думаю, что здесь он как раз пригодится. Так, но еще кое-что хочу показать. Вот я вам показала юбку, связанную на основе репса. Посмотрите, последние, опять же, тенденции по брюкам. Там внизу даже подписаны модные дома, которые выпускают эти изделия, которые запустили. И все они, все изделия здесь связаны на основе неэластичных резинок. То же самое репс, либо просто резинка с широким раскладом, но они все неэластичные. Поэтому есть смысл обратить на это переплетение внимание и попробовать вязать в 2 или в 3 сложения, если мы говорим о пряже 32 на 2. Ну, то есть метраж от 600 до 800 метров. Ну, а еще одна фактура, которая, ну, просто замечательная. Не могу пройти мимо. Тоже зашла эта фактура резко. Кучинелли со своими вот дырочками, ажурами. Это левый нижний образец. Вот просто ворвались все. И сейчас ажурное полотно, оно очень резко стало востребовано. И мне пишут, ну, несколько я получила сообщений с просьбой записать курс по ажурным кареткам, в том числе как настраивать их. У меня нет возможности показать это на всех машинах. У меня фактически у бразеров есть только ажурные каретки и у 840-го Сильвера. У меня нет программы Lace Tool, которая работает с дизайн-книт модуля.
Ну, а в книстайлере есть готовые ажуры. То есть, насколько это интересно вам, тоже я прошу вас сейчас отреагировать, написать. Нужно оно, планировать мне этот курс по настройке ажурных кареток и по вязанию разных ажуров, по адаптации разных узоров для наших машин. Если нужно, вы мне сейчас, пожалуйста, напишите. Я просто тогда поставлю это себе в план. Ну и последнее, наверное, что я хочу показать на сегодня, чтобы мы понимали, что актуально не только для нас, девочек, а что актуально для мужчин тоже, потому что как мы без наших мужчин-то? Как они без нас, мы без них? И несколько эскизов, смотрите, разные варианты, то есть вы видите, здесь есть и форма, и цвет, и фактура. То есть там, где у нас идут полосы, там на первое место выходит цвет. Там, где у нас средний образец, пэчворк, там за счет того, что идет то лицо, то изнанка, здесь фактура выходит на первое место. То же самое в четвертом варианте. Вы видите, вот на схеме очень хорошо видно, что там косы какие-то вывязаны. То есть вот каждый раз, когда мы хотим вязать какое-то изделие, мы смотрим цвет, форма или фактура. Что на первом месте, чего должно быть много. Потом дополнение. И третье – это акцент. И вот если посмотреть еще раз на третий образец, то есть это вот в стиле пэчворк сделан, ну, как его назвать, в общем, изделие сделано в стиле пэчворк, на первом месте фактура, на втором месте не цвет, а форма, то есть сделан воротник, хорошо посажен рукав, молния и карманы. Форма здесь стоит на втором месте. И только третье место чуть-чуть это цвет. За счет того, что у нас фактура меняется с лица на изнанку, грубо говоря, у нас цвет отображается по-разному. Светоотражение разное у фактуры, у лицевой стороны и у изнаночной. Поэтому кажется, что два серых цвета. И вот так. Такие вот на 24-й год, это уже коллекция идет 24-го года, нам модельеры рекомендуют такие мужские изделия вязать. Еще интересный вариант, когда разное сочетание полос, тоже можно отскринить себе, потому что есть полосы равноправные, как на левом нижнем фото. Есть полосы равномерные, как на правом верхнем фото, то есть широкая серая, короткая белая. Контрастные, это у нас нижнее правое фото. И разноцветные, и разномастные, разноразмерные, это вот зеленый, синий образец. Но самое интересное, что модельеры точно так же рекомендуют эти полосы располагать не только по горизонтали, но и, в общем-то, фотография уже готового изделия мне очень нравится. И мне нравится, что нет симметрии. То есть полосы идут в своем порядке, и при этом правое плечо не повторяет левое. И рукава тоже разные. В общем, я... Очень мне понравилось это изделие. Ну и третий вариант. Здесь, конечно, идет сочетание и ткани, и вязания, но суть от этого не меняется. То есть какие жаккардовые идеи можно отсюда взять? Опять же, здесь полоска, куда без нее, мелкая фактура и... Очень некрупные какие-то жаккарды. Все это интересно для мужских изделий. Почему говорю про мужчин? Потому что впереди у нас мужской курс, и я еще пока не решила до конца, к
каким он будет. То есть есть наметки, но прямо окончательного решения, что вот такой вид джемпера, такие штаны, я, ну, еще нету окончательного понимания. То, что планировала сделать, поняла, что уже не актуально, слишком долго планировала. Вот. А сейчас понятно, что там будут карманы, потому что какой мужик без карманов? Возможно, будет молния, потому что штанишки будут однозначно спортивного силуэта. И верх нужно продумать, чтобы он был максимально актуальный сейчас. Ну вот времени на часах прошел ровно час. Так, про объемы я вам сказала. Да, про объемы сказала, про фактуры сказала, про цвета сказала. Итак, еще раз резюмируя все то, что мы сегодня говорили. Во-первых, напоминаю еще раз про курс двухфантурный жаккард сильвер. Напоминаю про то, что вы можете вязать юбки на весну лето. Кстати, из льна такая юбка будет просто бомба. Просто потрясающе. Если вы возьмете тонкий лен, и совершенно не обязательно, чтобы юбка была не просвечивающая. Она может быть облегченная в 1-2 сложения. И если у вас есть льняная нить, которая косит в глади, вот туда ее, в эту юбку. И вы получите просто шикардосную фактуру. Вот. Про двухфантурный сильвер сказала, про планы наперед сказала. Сейчас смотрю ваши сообщения, потому что не смотрела все это время. Так, вам нравится, нравится, мне очень нравится. Так, Татьяна спрашивает, на Бразер можно ли купить курс сейчас с этой скидкой? Нет, на Бразер уже скидки закончились. Так, здорово. Excel, Людмила пишет, я так понимаю, по базовому курсу. И вот тоже, да, можно или Excel. В общем, я подумаю, может быть, да, будет Excel-евский файл. Юбка очень красивая, согласна. Так, базовый джемпер, можно Excel, все понятно. Значит, Марина спрашивает, по такой юбке репс есть мастер-класс? Значит, мастер-класса с видео нет, есть программа Excel, бесплатная для донатов, платная для всех остальных, как всегда на сайте машинное-вязание.рф. Так, дальше, по ажуру, перфокарта. Не уверена, Елена, что будет перфокарта, потому что у меня нет своей перфокарточной машины. И нет своей, соответственно, ажурной перфокарточной каретки. Поэтому пока вот и не могу пока сказать ничего. Сколько на юбку льна надо? Здесь зависит от того, как вы будете плотно его вязать. Лен становится намного легче после стирки, но пока он в пропитке, это не всегда легкая пряжа. Значит, вот на такую юбку ширина 110 по низу, 90 длина, полушерсти у меня уходит 600 грамм. То есть я думаю, что льна, наверное, надо, если вы будете вязать тонкую юбку льняную, я думаю, что его нужно грамм 400. Вот, но если тонкий лен. Вот. Но я вообще, вы знаете, я беру всегда с хорошим запасом. У меня, правда, конечно, всегда остается много остатков, но я их потом куда-нибудь закидываю в полоски. Интересную, кстати, когда читала гайды, раз я итальянским не владею, в оригинале читать не умею, и, значит, через переводчик читаю, там внизу, в конце каждого гайда, как бы резюме, и 4 шага. Один из них был: не выбрасывайте никуда остатки, обязательно сохраните их, чтобы использовать в следующем проекте. Творите и будьте неповторимыми, не бойтесь быть экстравагантными. То есть вот такие, я, ну, как бы не помню прямо вот пошагово, но вот то, что запомнила, я думаю, ну вот интересно, я остатки всегда, у меня бабушка приходит тут одна,
она там вяжет какие-то прихватки, ну что-то вот такое. И я ей остатки отдаю. Вот. А тут думаю, ну вот интересно, остатков много, они разные. Ну, какой-нибудь, не знаю, что там, что-то интересное надо придумать. Напишите, как вы используете остатки, что вы с ними делаете, когда их остается там от 50 до 150 грамм. Вот. Хорошо, на этом, пожалуй, все. Напоминаю, значит, донаты успевайте. В апреле, на следующей неделе, я планирую, 15 апреля это будет, перед Пасхой я планирую провести донатский вебинар «Выточки на регланах». И уже на этой неделе вы получите донаты, программу Excel по работе с выточками на регланах. Нужно будет ее открыть, проверить, посмотреть, попробовать с ней поработать, чтобы потом на прямом эфире мы с вами ее обсудили. На этом я заканчиваю наш замечательный прямой эфир. Я рада, что вы были все здесь. Уверена, что еще многие смогут посмотреть этот эфир в записи. Всем хорошего дня, будьте здоровы и вяжите с удовольствием. Пока-пока.